Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я поиграю со своим другом Капандой в игру Рогуль. И он мне сегодня подробненько расскажет, как играть в этот плейс, так как он в нем просто эксперт. Да, дружище, давай я сейчас тебе все расскажу, все, что знаю сам, и мы с тобой вместе, конечно же, поиграем. И давай начнем с куска мяса, который лежит на моем столе, и бутерброда на тарелочке. Кусок мяса, то есть смотри, здесь в этой игре есть... Расы. Люди это бутербродик такой, ну, замысловатый, грубо говоря, они едят бутерброды. Так. А кусок мяса, это у нас, соответственно, вторая раса, это гули. Понятно? Да, непонятно, кого лучше выбрать. Ну, для начала, вот все любят играть за гулей. Давай выберем кусочек мяса. Выбирай тоже кусок мяса, ладно. И я выберу кусок мяса. Буду животным, хорошо. Да. Но, если честно, это режим снят по одноименному аниме «Токийский гуль». И вот эти гули, они кушали людей. Как бы это печально не звучало. Соответственно, у людей есть против гулей супероружие. Это квинки, которые сделаны, собственно, из этих вот гулей. Так, смотри, я появился у Уты. Но ты, конечно же, не знаешь где-то. Давай я сейчас тебя найду. Я появился рядом с каким-то парнем, который хочет мне что-то отрезать. У него ножницы огромные. Ты отлично появился. Сейчас я к тебе... Да. Там, кстати, можно покупать Кагуна, если я понял, где ты находишься. Сейчас, подожди, стой там, я к тебе прибегу. Я побежал. Я как бы тут и буду стоять, я боюсь пошевелиться. Мне этот парень вообще не внушает никакого доверия. А то тебе что-нибудь отрежут, да? Я вот смотрю, да, на джамп и бежать. Думаю, как-то воспользоваться. Сейчас я к тебе прибегу и буду тебе все рассказывать. Слушай, а почему у меня куда-то все делось с головы? Какие-то только глаза такие. Да, вот здесь приколюха в том, что я сейчас тоже буду без шапки, здесь снимается, из-за того, что здесь есть маски, вот я, кстати, к тебе прибежал, привет. Как ты классно выглядишь. Да, все тут называют меня лысый панда. Лысый Ред, понятно. Братство лысых. Да, два Вина Дизеля, либо Гоша Луценко. Точно. Короче, из-за того, что здесь в игре есть маски, вот можешь нажать М, у тебя оденется маска, М, нажми английскую. Вот, видишь, из этих масок, короче, здесь снимается маска в Роблоксе. То есть волосы здесь можно одеть, то есть если бы у тебя были волосы, то, соответственно, волосы бы остались. А когда вот маска, у меня маска панды, она тоже убирается. Ну, такая вот приколюха. Надо будет в следующий раз с волосами зайти. Ну, здесь вот, наверное, подписчики тебя первый раз увидят в таком образе. Пускай, да. Как мать родила. Да, вот смотри, дружище, теперь вот нажми внизу, видишь, статс написано, вот чуть-чуть пониже, да, мышку опусти, вот статс, там вылезет такая менюшка. Она уже есть, она же у меня сразу почему-то вылезла. А, у тебя было, да? Видишь, у тебя там уровень, левел, эксп, рси, иены, реп. Нет, теперь вижу, да. Ага, ну вот смотри, у тебя, наверное, левел 1 сейчас, да? Да. Уровень. Ну, расскажу сейчас вкратце про характеристики, какие тут. Ну, какие тут есть. Ну, понятно, уровень – это уровень качается у нас, экспа, ну, мы когда убиваем мобиков, дается тут еще арсиклетки. Вот арсиклетки – это, грубо говоря, как мы можем потом улучшать наше оружие. Сейчас вот еще дойдем до этого, вот у этого чувака мы попробуем что-нибудь купить, если тебе там, конечно, денежек хватит. Потом иены, это, соответственно, ну, типа голды, денежка, которая падает. Репутация можем пока вообще не заморачиваться. То есть должен ты запомнить то, что за убийство мобиков дается три показателя. Это вот экспа, опыт, арсиклетки и иены. Ну, за каждую там по-разному, соответственно. Вот. И четыре основные у нас характеристики внизу. Physical, Kaguna, Durability и Speed. Грубо говоря, запомни две основные характеристики. Это Kaguna внизу, вот эта вот вторая, и Durability. Kaguna – это сила атаки с скиллами, которые мы тебе будешь бить. Это где? А это вот чуть-чуть пониже, под экспой. Вот видишь, ниже. Ты статс нажал, чтобы такая менюшка открылась. Да-да. Вот, где уровень. Jump, клик. Такое, а снизу уже level, expa и снизу settings. Да. Нет, а у тебя под левелом есть фи, ну, physical. Ты вот это, да, есть, все, понял. Да, вот второе Kaguna, видишь? Да, вот да. Вторая строчка, да, пошла? Понял, да. Да, вот Kaguna это сила атаки, а durability дур. Дюр, это выносливость жизни. В основном, короче, качай пока вот это. Так вкратце пока хватит. Понятно, дурачка буду качать.
Так, смотри, самое главное, теперь подходи вот к этому чувачку, который с ножницами, Не бойся, подходи смелее. Нажать на него? Нет, на стол нажимай, на стол. Ладно, на стол нажал. На стол нажал, менюшка, да, у тебя появилась? Да. Вот, здесь можно покупать вот эти основные кагуны. Ну, кагуны это типа, ну, можно сказать, как суперспособности вот у этих гулей. Что здесь основное? Вот цена, видишь, прайс. Первый, Канеки Кен, это самый главный герой, Owner написано. Ну, тип там, стадии, это пока особо тебе не надо. Вот главное, цена, прайс. Видишь, 500 тысяч йен. Вот. Чем ниже мы спускаемся, тем они дороже там, ну и круче, соответственно. Можно просто выбрать селект. У тебя, кстати, сколько сейчас йен? Вот наведи там внизу, вот где вот внизу вот эта менюшка. 2500. Вот, сколько? 2500 и 800 FC. Ага. Ну, короче, у тебя все в начальне, все пока месть мало. Мы сейчас тебя маленечко попробуем прокачать. Кого конечно, пить? Чтобы ты потом мог что-нибудь купить. Ну вот, понятно, самое главное то, что вот это основной магазин, где мы можем покупать. То есть ты будешь спавниться всегда в разных местах, но тебе повезло, ты заспавнился, ну, на таком самом нормальном месте, где люди все всегда обычно трутся, да? Окей, 500 тысяч, то есть мне надо первое задание насобирать. Да, ну, нет, можно не насобирать их, самое главное тебе сначала прокачать уровень. Уровень прокачаем, тебе помаленько помогу. Да, ну буду помогать, конечно. Смотри, самое основное, вот сейчас нажми на единичку. Как достать, активировать свое кагуна. Вот, видишь, ты достал свое основное оружие. Хвостик, ура! Хоть хвост вернули. Да, с помощью этого хвоста ты будешь убивать мобиков, соответственно, и убивать других персонажей. В том-то тут сама и прелесть. Можешь меня поколупать маленечко. Этот бессмертный, что мне дадут опыт за это? Нет, за это опыт не дается. Опыт дается, если ты меня полностью убьешь. Слушай, тебя колупать сколько надо? Ты что, бессмертный тут? Ну, у меня просто здесь, я вот так уже более-менее прокачан, у меня 1341 уровень. Я уже играю это полгода. Это симулятор тренировки, типа суперсилы там тоже, да, если ты... Ну да, то вообще режим этот больше, знаешь, вот напоминает РПГ, то есть вот здесь надо как бы убивать мобиков, раскачиваться и файтинга драться. Вот у меня другой уже кагана, вот я сейчас на единичку нажму. Да, покупал я его, ой, как не соврать, по-моему, 350 миллионов оно стоило. Меня здесь нету. Спрятался. Еще забыл тебе сказать, смотри, вот есть еще стадии, у тебя пока одна стадия, знаешь, вот нажми вот, где вот статы, твои, вот слева видишь stages? Да, вижу. Вот слева их нажимай, stages, высветилась такая вот менюшка. Кен 1. Видишь, вот, и здесь вот показано, сколько нужно RC-клеток накопить, вот видишь, у тебя там, наверное, Канеки Кен сейчас стадия 1, 2, 3, там 4, 5, 6 стадий. Да, нужно накопить что-то там 2500, 1 мод и 2 стейджа. Да, вот то есть на вторую стадию у тебя нужно накопить, получается, 2500 RC-клеток, да? Да, 800. А у тебя сейчас, по-моему, 800, да, по умолчанию 800. То есть их тоже дают за убийство мобиков, вот пошли, попробуем кого-нибудь убить. Но сразу говорю, ты тут пока слабенький, давай их. Вот сейчас вот этот вот сильный Хаугири, я его сейчас убью, а ты его съешь. Подбегай, его кушай. Как кушать? А вот прям на него нажимай, прям на него, мышкой наводи. На него? Да. Не успел, ну, да. Можно прям с кагуна, то есть на единичку можешь не убирать. Когда вот смотри, накопишь, вот многие мне подписчики спрашивают, как потом активировать вторую стадию, то есть как ее купить. 1600 у меня уже, да. 800, эй! Это не успел сообразить. Так, сейчас я к тебе опять подбегу. Нам сейчас самое главное тебя маленечко прокачать, чтобы ты как можно был сильнее. Так, ты где появился? Я появился с каким-то парнем, который записывает, как меня зовут, почему я умер и так далее. В морге, наверное. Добрый ты в морге. Тут какой-то. Ладно, сейчас я через Reset Character тебе быстренько... Мне садиться на этот стульчик. А ты, может, вантейку там не в кафешке? Ну, такой я... узкий там, тут... узкий такой проход, в баночке там всякие пляночки. Тут какие-то маски, я так понимаю, кто там обидел. А, все, это ты Ууты. Это человек, который продает маски. Мне. Гули. Вот видел, помнишь, мы на М нажимали? Посмотри, там сколько масочек есть всяких прикольных. Да не хочу я на них смотреть. Я бы для тебя. Вот смотри, вот здесь вот за йены можно вот эти маски покупать. У меня вот эта маска, соответственно. Ну вот, видишь. Да мне моя нравится, она классная, смотри, какая красивая. Ну, самое главное, она бесплатная. Вообще, супер. Да. Тыква. Ну, ладно.
как-нибудь. Я тебе маленько недорассказал еще. Остальные стадии, когда ты накопишь, можно будет активировать на двоечку, на троечку. Смотри, вот если я сейчас нажму 2, у меня уже накоплено на вторую стадию, я, соответственно, превращусь в такого небольшого дядьку. Че себе небольшого? Так это мощный дядька, да? Все-все, я обратно, я обратно. А дядька мощный, ты можешь им там ходить и бить всех? Да, конечно, ну, конечно. И чем выше у тебя стадия, тем, соответственно, у тебя появляются различные там скиллы, различные суперспособности, и, прикольно за них играть. Я понял, прокачиваешься. Вот смотрите, я самое главное еще не сказал тоже. На левую клавишу мыши у тебя обычные атаки. То есть вот ты можешь на левую клавишу понажимать, ты просто будешь атаковать. Ну, да. Основные скиллы вот у тебя, это идут английские E, R, F. Вот видишь, это ты E, да, по-моему, нажал? Да, или R? То есть он быстрее бьет. Да. Да, типа комбо. Вот попробуй E, R и F понажимай, они там будут так более-менее разнообразны. Чем будет выше стадия, это отталкивает, он, видишь, как будет. Ну, как-то вот. Не очень, мне кажется. Ну, это первая стадия, это только начало. Ну, самое прикольное вроде E, он так... Да, да, он делает комбарик такой. Ну, соответственно, они, скиллы, они сильнее, чем обычная атака, но у них откат есть. Вот ты нажимаешь, когда... Да, что они потом откатывают. Да, откатывается. Так что, пойдем, надо время. Стукнем этого. Попробуем. Пошли кого-нибудь стукнем. А, еще смотри. X нажми, X, чтобы бегать. Вот X нажмешь, маленько побыстрее побежишь. Ну вот да, это есть быстрее. Обычные люди, атлет. Вот можешь их убить. Конечно. Стой, эй, он бегает. Я сейчас помогу. Да, они боятся. Они нас боятся, они постоянно бегать. Вот, видишь, ты съел. У тебя там маленечко добавляют, можешь посмотреть. 1700. XP1, level 4. У меня уже 4 уровень. Ну вот, видишь, мы сейчас тебя маленечко прокачаем. Знаешь, что, куда мы сейчас с тобой давай даже добежим? До хорошего места. Давай от этого. Блин, уже подписчики знают, что здесь обычно у меня такая фишка. Я тут стараюсь, когда тестирую, либо смотрю, женщин не убиваю, только в основном мужичков убиваю. Ну, это переодетые, все нормально. Да, да. Но они не настоящие, да. Да. Вот смотри, вот прямо по курсу у нас большая арена есть. Да, вижу, стадион какой-то. Кстати, туда можем зайти и там подраться. Там, в чем прикол, наши все статы будут... одинаковый. Вот за мной потихонечку беги, я сейчас его убью. Я потихонечку, я быстрее не могу. Вот, иди кушай его. Мы тебя сейчас покормим. Намного быстрее, чем я бегаешь, то есть. А у меня потому что спид тут прокачан, скорость, поэтому я, конечно, быстрее бегаю. Так. Все, кушай его. А я кого-то вообще сейчас могу убить, как ты думаешь? Его вот таких нет навряд ли, они вот тут сильненькие. Тебе надо прокачиваться, вот либо я их буду вот так вот убивать, стоять, а ты их будешь есть. Самое главное, только не, ну, тебе под атаку, под мою, не попасться. А меня сразу убьет? Да, с одной плюшки сразу же развалишься, к сожалению. Понятно. Но. И сейчас мы тебе маленько поможем раскачаться. Ты потом можешь раскидать, вот справа видишь у тебя фокус? Какой фокус? Справа. Ну, вот где статы, вот где стейдж был слева, а справа фокус. Ну, надпись, фокус. Не, я справа. Нашел уже, говорю. Сейчас, нашел, подожди, да? Я беру, чтобы скушать. Меня можешь долбить, ничего страшного. Stat, physical, durability. Мой совет, качай вначале все кагуна. Вот все в кагуна убивай. Хорошо. Вот в этом. Это будет зависеть, как твои скиллы. Ну, вот это левая клавиша. Ну, грубо говоря, как твой хвост будет. Атака хвоста, так если вообще... вкратце. Эй, куда побежал? Котика не трогай. Знаешь, что я котик в прошлом? Ну, он хотел тебя маленечко съесть. Покушать, да. Ну что, я уже прокачал, видимо, что-то. Да, ты маленько обновилась. Прокачал. Вот смотри, давай забежим вот сюда вот на арену. Давай, давай вот, забирай. Побегу. Вот сюда с тобой на арену забежим. Большой домик. Да, большой домик. Здесь у нас... есть арена, и здесь чем хорошо на арене, здесь уравниваются все статы. Вот если там я был прокачан сильно, а ты был мало прокачан, соответственно, ты меня не мог никак убить, а я тебя бы с одной плюшечки убил. А вот теперь смотри, вот попробуй меня здесь вот поколупай, подбей. Вот видишь, уже гораздо больше ты атакуешь, и я тебе, соответственно, столько же сношу. Я вообще здесь... тебя атакую, скажем так, потому что там, по-моему, еще не сносилось. Да.
Ну что ж, ребят, на этом пока все. Я разбил наше часовое видео на 4 части, поэтому если вам нравится такой формат видео, если вам нравится такая подробная инструкция от Капанды, ставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, и как только мы наберем 1000 лайков, я запишу для вас продолжение этого видео. Ну а пока на этом все. Спасибо огромное Капанде за то, что он показал, как играть в эту прикольную игру, ну и надеюсь, что скоро мы увидим с вами продолжение. Спасибо, что смотрели. Всем пока.